Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом «Шаман», в конце июля получил звание заслуженного артиста. На ВКФест-2024 в беседе с журналистом Пятого канала певец рассказал, что помогло ему получить народное признание. «Одержимость, упорство. Потому что это вот то слово, которое меня реально характеризует», — констатировал он. По мнению Дронова, человек, посвятивший себя достижению цели, обязательно будет победителем. «Поэтому работайте, братья», — резюмировал он. Недавно Ярослав Дронов провел митинг концерту американского посольства в Москве в ответ на блокировку YouTube аккаунтов российских знаменитостей. Напротив посольства установили сцену и экран, на месте дежурили сотрудники полиции. К вечеру у здания собрались люди в одежде с символикой певца, российскими флагами и георгиевскими лентами.